Добрый день, коллеги. Находимся на поле производственного кооператива имени Виталича Крымко. Рапс в нашем хозяйстве занимает площадь 800 гектаров. Из них 310 гибриды компании Сингента. Это около 40%. В этом году из портфолио компании Сингента было выбрано два гибрида. Это Си Харнас и Си Флориан. На данном поле гибрид Си Флориан по технологии, оптимизированной для наших условий, стриптил. Обработка почвы производилась агрегатом Horsch Tiger. Посев производился посевным агрегатом Horsch Focus TD. В общей сложности было внесено 250 кг действующего вещества азота в три подкормки. Первая была с сульфатом аммония и две последующие карбамидом. Внесение фосфора и калия производилось одновременно с посевом. Весной была проведена росторегуляция препаратом Ситар. На сегодняшний день также сделана комбинированная инсектицидно-фунгицидная обработка сбором и другими микроэлементами. Гибрид Флориан был выбран под технологию стриптил как раз. Эта технология занимает в хозяйстве порядка 40%, и в последующем планируем расширять на рапсе, полностью планируем сеять по этой технологии.